Добрый вечер. Это Wall Street Online. Каждую пятницу в 20:00 мы собираемся и рассматриваем основные фьючерсные рынки на базе платформы WallFix.net. И сегодня подобьем итоги июньского контракта, определим лучших и, в общем, будем уже готовиться к сентябрьскому контракту, к летнему. Посмотрим, что он нам преподнесет. И будем уже со следующего понедельника работать на сентябрьских контрактах по основным фьючерсам. Ну, начнем с отчетов, новостей, которые ждут нас на следующей неделе. Выделим важное. Очень часто как раз начало контракта совпадает просто с безумным количеством важных экономических событий и отчетов, новостей. Вот. На следующей неделе, 15 июня, обязательно нужно следить, не пропустить процентная ставка по России. Сейчас 12,5, аналитики прогнозируют, что ее снизят до 11,5. Это, в принципе, даст позитива на российском рынке. И, кстати, с праздником. Те, кто все-таки в этот праздничный день пришли, спасибо, что уделили время. Вот процентная ставка в понедельник – это самое важное, наверное, будет для тех, кто торгует российские инструменты на российской бирже. Вот поэтому, если все-таки будет снижение процентной ставки, это позитив для финансовых рынков, то есть чуть-чуть дешевле становятся деньги. Ну, единственное, что посмотрим, как нефть будет себя вести. Очень много экономических отчетов и событий со стороны штатов Соединенных. И начинается все с вторника. Это будет Housing Starts. То есть заложение там новых фундаментов. Ну, в общем, отчет по домостроению. То есть, если экономика в хорошем состоянии, новых домов строят больше. Вот. И в среду вот самые важные дни еще будут, которые создадут очень сильную волатильность. Это среда и четверг, в среду ФОМКА, причем начнут с 2 часов по Чикаго, и прям до 2:30 там будет целое заседание. Йеллен будет выступать, потом решение процентной ставки в среду, заявление ФОМКИ и экономические прогнозы. То есть с 9 по Москве по 9:30 будет такой вот получасовой шторм. И, ну, скорее всего, это будет таким первым импульсом, первым таким волатильным движением на новом контракте. И если, в принципе, хорошо зайти там во вторник и аккуратно это все выстоять, в принципе, можно на 2-3 недельки, я думаю, стать в такой надежный и затяжной тренд. Ну, посмотрим. То есть, ну, вряд ли будут прям сыпаться летом. Наверное, они не достигли каких-то таргетов весной, не смогли вложиться, поэтому перенесли решение о изменение процентной ставки, там повышение, например, на осень. Ну, вот осенью посмотрим. Значит, в среду процентная ставка по штатам. Если какие-то будут изменения, в 9:00 вы об этом обязательно узнаете. Ну, в общем, понедельник, а среда и четверг – это самый-самый-самый такой волатильный период будет на следующей неделе. В четверг как раз jobless claims. Это уже будет как раз полировочный такой штормик. Я думаю, чуть поменьше, чем ФОМКА. Но вот не пропустите 17 числа, 17 июня
могут подарить сюрприз. Ну, они умеют это, в общем. Так, ну вот такие вот новости ждут нас на следующей неделе из важных. Ну, а теперь по традиции победители. То есть на этом контракте впервые мы ввели такой небольшой конкурс, бонус по двум биржам CME и Forts. Первые три трейдера, у которых есть никнейм, получают такие бонусы в виде трех месяцев доступа на выбор пакет за первое место. Ну, собственно, вы видите сейчас рейтинг. Трейдер Юра ну вот 3000 PNL и 28 сделок, из них 13 прибыльные, 13 неприбыльные, но все равно он лидер и вытащил на первое место аккаунт. Второе место получается по условиям, это пират 98, очень много сделок и на валютных фьючерсах, как видите, 1200 сделок за весь контракт, то есть очень активно. 556 в плюсе позиции, 616 в минусе, то есть больше отрицательных, но все равно при хорошем сопровождении вот вытащил аккаунт на вторую позицию. И третий получается у нас Девиль. 80 сделок, 46 плюсовые, 33 убыточные. Вот тройка, которая получает бонусы. Этим трейдерам необходимо написать на почту отдела Education и, в принципе, вот выбрать пакет там российской биржи либо же зарубежной. И, в принципе, вот им будут дополнительно добавлены за второе место 2 месяца, ну и за третье 1. Стоит выделить еще Ганди. 2 сделки за контракт, и этого вполне хватило, чтобы твердо занять позицию на пятом. Много сделок было Земисток. Не знаю даже, как это правильно озвучить. Юви, 4 сделки, 3 плюсовые. Ну, в общем, первая десятка. Достаточно неплохая серийность, особенно вот стоит отметить. Только вот недавно проходил стажировку, потом это новый трейдер какой-то ZX, но мы его не раз отмечали в этом контракте. 23 сделки плюсовые из 34, отлично. Ну и как обычно вода, вот 32 сделки, 29 плюсовые, весна. Хорошие трейды были, ну контракт был, ну, такой средненький, но очень много было таких движений как раз флетовой волатильности, можно так это озвучить. То есть вроде толком никуда контракт и не ушел, а волатильность внутри коридора частенько зашкаливала. За весну, за июньский контракт по всей бирже Forts, все инструменты, первое место занимает АВ Гуров. 135 сделок, 60 плюсовые, 74 отрицательные. Чуть-чуть не добрал на первое место Макс, у него 400 сделок и 410 и 270 плюсовые. Там раз 10, там буквально небольшая у них разница, но сделок открыто больше, там комиссионные, наверное. И третье место в Ларго, вот намного больше убыточных, в 3 раза больше убыточных сделок, но каким-то чудом это все он превратил в PNL 191%. Здесь опять же Ганди, Флора, тоже студент, буквально вот зима-весна стажировку прошел. Так, это этот аккаунт. Очень-очень какая-то высокая активность была у Рандрус. Все наблюдали за очень большим количеством сделок ежедневно.
в комиссионных сейчас подгрузится аэропорт, поэтому где там вот commission paid. Вот такое количество комиссии при таком количестве сделок. Потенциально трейдер мог отдать брокеру. Вот, Quasar 3 сделки, плюсовые 3 в яблочко, Flora, опять же, второй аккаунт, 2 аккаунта в плюсе. Ну, студентов здесь достаточно много в плюсовой зоне, и это ну, радует, в общем. Молодцы. Также Гуров, Макс Валарго, напишите на email education отдела и выберите пакет, вам подключат к вашему аккаунту. Вот так вот, поздравляем ребят с победой. И на этот контракт, я думаю, мы оставим такой мини-конкурс. Поощрять лидеров нужно. Такая небольшая мотивация не помешает. Так, и теперь у нас очень большой объем работы. Нужно сейчас отобрать уровни юнитского контракта, основные, для того, чтобы вы могли их использовать в новом контракте. Обязательно это, наверное, ключевая локация на сопротивление 21, 23, 21, 30. 100% понадобится в новом контракте. Также стоит отметить защиту диапазона вот этой массивности. Здесь неоднократно размещались большие достаточно объемы. И мы сейчас зафиксируем этих активистов. Давайте вот 21.05, 21.13. То есть вот этот уровень для S&P будет решающим. То есть если в этом контракте, в сентябрьском, не будет хватать мощностей на пробитие этого диапазона 21.05, 21.13, то нужно будет аккуратно работать на покупку, да и в принципе зачем. Потенциально осенью, я думаю, что будет все-таки снижение по S&P, корректировка, если не будет на то каких-то фундаментальных причин, чтобы Wall Street мог еще поверить на продолжение расширения финансового пузыря мыльного. Поддержка. Вот весь контракт этот июньский максимально поддерживали на диапазоне 20.69-20.81, причем начали загрузку после того, как забрали с 20.40-20.50 S&P, здесь подгрузили и защиту создавали порядка 3-4 раз, поэтому это обязательно диапазончик выделить в качестве поддержки. Это саппорт номер один на следующий контракт. Сейчас сентябрьский контракт торгуется где-то на $7 дешевле, чем июньский. Вот последний такой уровень поддержки в начале контракта, в первые несколько недель. Тоже немаловажно. Я думаю, что здесь активность также ожидается со стороны байеров, если будут удерживать, и есть какая-то информация о продолжении работы печатного станка. В общем, 20.47, 20.60. Широкий диапазон, конечно, но я бы выделил более так плотненько 20.47, 20.53. Вот здесь 4 сессии формировали поддержку. Ядро текущего контракта, вернее, даже уже прошедшего, потому что уже автоматом программа выставляет сентябрьский контракт на S&P, так как объема больше уже на сентябрьском по S&P, Gemini S&P 500.
И вот 2093, примерно 21 13 21 12, вот коридор плотный. Этот диапазон будет как индикаторный, то есть неспособность толкнуть выше этого коридора котировку по S&P будет таким намеком на слабость уже байеров, и видно, объемов не хватает на продолжение восходящего тренда. Вполне может быть, что ликвидность летом будет ниже, чем в июньском контракте. Отпуск у всех есть, и ну, частенько падает ликвидность и волатильность, то есть меньше объема, меньше толпы, и плотнее начинает идти котировка. В общем, присмотритесь, как будет себя вести S&P в первые 2-3 недели. Ну, то, что на следующей неделе будет сильная волатильность, это я гарантирую. Если вы специализируетесь как раз на таких новостных импульсах, на движениях, это вот как раз среда-четверг на следующей неделе. Ну, а для российских трейдеров, которые торгуют на российской бирже, это как раз вот в понедельник. Процентная ставка тоже будет какой-нибудь необъяснимый импульс, вихрь. Вот, осторожненько, в общем. Так, это S&P. Затем берем FSX. Здесь более такая плотная массивность была на 36, даже чуть-чуть точнее, 36.08 по 36.70. Это ядро контракта. Есть еще второе ядро, то есть второго уровня. Это в районе 35.53, 35.84. Как раз его сейчас отрабатывали, вернее, вчера отработали этот диапазон. Давайте я выделю его. 35.80 и 35.50, так более. Вот массивность, она создала сильный импульс на шорт, пока вот защитили. То есть это в довесок еще и уровень сопротивления для ориентиру. То есть уж больно, если не будет получаться толкнуть котировочку выше этого уровня, могут подсказать нам как раз на счет слабости на рынке. Плюс сейчас Грецию вспомнили, и там начинается кто состоит, ну, добавил в подписку сообщества Wall Street Online на Facebook. Там выкладывали новость про то, что крупные банки и европейские, и штаты на суде признались в том, что был сговор на расчет манипуляции котировки пары евро-доллар, да и в принципе валютных фьючерсов, валютной котировки. Если интересно, зайдите, почитайте там. Ну, я не знаю, как это они признались, причем порядка 6 банков, и там штраф, миллиарды, миллиарды штрафа. Как это у них совесть появилась, или это какой-то ход специальный, не могу пока вот найти ответ на этот вопрос. Обычно они никогда не признаются, но тут вот признались. Итак, FSX, как видите, объемчики пошли, последнюю неделю были неплохие. По S&P уже с понедельника 100% на новом контракте нужно работать. На FSX вот последние 2 дня уже 60-70 тысяч оборот. Ну, я думаю, что с понедельника тоже будет как раз переходить уже на новый контракт. Европейский индекс почему-то не всегда особо там спешит перепрыгивать на раньше времени, а вот S&P за 10, за 7 дней бывает объем переходит уже на новый контракт. Так, теперь DAX. Поддержку, как видите,
которую мы неоднократно выделяли, она была у нас на 11500 по 11350, ее пробили в этот последний уровень поддержки, и теперь его стоит выделить в качестве сопротивления, потому что там 4 сессии уже так в довесок добавили объема на пробитие минимума контракта. Это очень важная контрольная цена, и это не есть хорошо. Так, этот уровень сопротивления также оставляем, но единственное, я чуть подкорректирую сейчас диапазон. 11926 и вот 11800. Огромный массив на расширение на юг. Защита в открытую, вот 4 сессии не пускали. Здесь однозначно сопротивление. А ядро потенциально вот достаточно такое плотное и в широком диапазоне. Здесь практически всю котировку проработали. И 11800 по 12070. Вот этот массив как контрольный, номер один. Это ядро контракта под DAX. Ну, макушку эту обязательно как сопротивление взять на вооружение. В этом контракте, кто помнит, Драго обещал, что печатный станок не остановит, пока не увидит улучшение в общем в евросекторе. Я не знаю, когда это может произойти, потому что улучшения там не скоро еще могут появиться при таких расходах и при такой экономике. Но слова его такие были. После того, как бы, как только он это сказал, рынки начали европейские идти на продажу. Поэтому, в общем, такой вот манипулятивный был ход. И DAX фактически закрывается на минимуме. Индекс РТС. 70% этого контракта так стабильненько шли на 108 и чуть-чуть вот приостановились в районе как раз 105-104. Там у нас формировали уровень сопротивления. Мы его сейчас 104 и по 106-500. Давайте его так выделим. Вот этот неплотный, а достаточно такой сложный массив сформировали и толкнули котировочку на юг. Диапазон, где очень уверенно заходили и пытались удержать спрос, вот как раз в районе 96%. Пускай будет так. Очень интересный диапазон, но его все-таки осилили, то есть, ну, под конец контракта вряд ли кто-то будет там особо забрасывать объемы на покупку, но ликвидность под конец контракта каким-то образом начала появляться, хотя до этого нельзя было сказать, что очень активный контракт был. Мало кто верил, что будет восходящая динамика. Ну, в принципе, котировка нефтянки не подкачала, и можно было пробовать. Ну, в общем, этот диапазон возьмите как ориентир, потому что активность действительно была интересная. Здесь в каждую сессию они набирали ликвидность и дошли прям до 962 000 оборот за сессию. Хоть и не удержали. Новый контракт уже потихоньку набирает обороты. Сейчас подгрузится котировочка. Сегодня уже 130 000
Вот, поэтому с понедельника на процентной ставке как раз переключайте терминалы, настройте на выходных свои торговые платформы, торговые программы, то есть переключите на сентябрьский контракт. Тут, в принципе, на июньском уже делать нечего. Все равно будете на следующей неделе переходить. Забыл зафиксировать. 93 и 100 цена на сентябрьском контракте сейчас, на июньском 96 100. Видите разницу, да? То есть такое уже дельта высокая достаточно. Значит, поддержку, если удержат 84 86 500, это будет неплохо. Я еще бы сюда добавил Сбербанк и Газпром. Сейчас буквально быстренько просмотрим. Период как раз вот как у фьючерсных контрактов 3 шестерки 64 саппорт, то есть вот в начале весны, в марте здесь затарились немножко на покупку и добавили вот здесь две сессии, очень объемные были. 69.70 для Сбербанка, важный уровень. Да, также хочу напомнить, что в конце июня, в начале июля стартует кафедра стажировки трейдеров к торговле на реальном рынке. Он будет длиться 3 месяца, этот курс. Это профкурс, его разделили на две группы, российский рынок и зарубежный. Поэтому, кому нужно подтянуть квалификацию, на сайте, там в описании найдете информацию. 73,5-76, это ядро не контракта, ну, в общем, квартала этого по Сбербанку. И, в принципе, если будут силы толкать Сбер выше 76, то это будет неплохо, это будет хороший знак на предмет восходящей динамики. Сейчас 69.70, если поддержит, как раз этот уровень, где промежуточная дозагрузка была, в принципе, будет неплохо. И для РТС это как раз вот способствует. 73,5-76 ядро этого периода по стакам. 69,70 в ближайшее время мониторить на предмет поддержки обязательно. Если удержат, есть шансы на северное движение. Пробивают этот уровень. Второй вариант только 3 шестерки 64. Газпром. Вот выделены основные массивности. И тут бесспорно 144, 149 ядро. И пока мы ниже него, вернее даже вернулись, но уже сходили ниже. А там какая-то беда с сервисом рассылки. Плюс сегодня День России, все отмечают, наверное, поэтому немного посетителей. Ну, ничего страшного, зато в записи посмотрят. Так, загрузка и уже поддержка в начале марта, как раз вот в массиве 137-134. Возьмем это как ориентирный уровень поддержки. И этот массив пока вот еще 39-ю хорошенько подержали, возьмем на заметочку. Будут удерживать 41-39, в принципе, будет неплохо. В новом, то есть на следующей неделе было бы неплохо, чтобы способствовало на северное движение и нефтянка, и Газпрому просто закрепиться на 144-149 нужно. Не пускать котировку ниже 41.39.37, и может со второго раза, может с первого, это пробитие, конечно, 150
154, дальше уже будем смотреть на годовом отрезке. Ну вот такой вот RTS. Дельту, открытый интерес, нет смысла сейчас даже рассматривать, там идет переход с одного контракта на другой, то есть объемы, которые сейчас, вернее не сейчас, а в понедельник, ну и в пятницу уже размещают, это вот позиции как раз на открытие сделки. Вот в чем самый плюс и цинус первой недели на новом контракте. То есть вы понимаете, что все сделки, которые сейчас открываются, это все непосредственно открытие позиций. То есть это не выход из сделок под конец контракта. Это очень большой плюс. Так, доллар-рубль фьюч. Здесь сразу стоит отметить прямое вмешательство поддержки ЦБ 49 751 200 на фьючерсе. Но вот именно вот этот диапазон, это вот, да, тут вот этот уровень в качестве поддержки. И для мониторинга еще нужно 52 600. Мы сейчас еще спот просмотрим. 53 700 еще до загрузки была, поэтому здесь обязательно этот массив нужно выделить, пока вот его пробую тестировать. Промежуточные загрузки на шорт сейчас пока отработали, не пустили выше, это радует. И вот 55 756 850, вот этот массив плюс активность уже второй раз на этом уровне для мониторинга. То есть если вы рассматриваете на шорт, то этот уровень должны отстоять. И единственное, что может быть, это в среду или в понедельник, на следующей неделе какие-то будут выбросы стопов, причем по многим рынкам в среду повыносят, всем сделают сюрприз, так как все открылись только, и качнуть рынок за стопами — это за милую душу. А еще один уровень сопротивления 59.60. Тут недельку как раз отстаивали котировочку. Ну, в принципе, вот такая вот махина на рублике. И 53.50 можно смело выделить в качестве ядра за июньский контракт. Сентябрьский уже на 617 тысяч оборот сегодня. Ну, с понедельника, я думаю, будет как раз. А вот и спот. Тут однозначно выделить 50.65 по 49.1. Площадка достаточно такая объемненькая. Вернее, не то чтобы она прям уж залита волатильностью, но плотно, точечно, видите, здесь практически в одну цену размещались, это 50. И это один из приоритетных уровней на ближайшее время. Массивность, которую сформировали для давления котировки на юг, как раз вот сейчас протестировали, поэтому мы выделим более свежую часть этой этого события и захватим 56 45 55 55, как возможное сопротивление, потому что здесь, видите, три сессии неплохо так поработали. Сейчас мы даже ради этого посмотрим дельту, там 53 30. Ну, здесь вы видите, ликвидность нужна была для того, чтобы толкнуть выше. И ликвидность неплохая была как раз вот там, где они тестировали 56, 56 500. Поэтому уж яро и открыто, если не будут пускать байеры 52, 30, 53, 30, это вот будет таким триггером. Увесистая, уверенная и целенаправленная
пробитие вот этого уровня. Я думаю, дойдут и до 50 рано или поздно. И там уже с 40, 49,5, я думаю, снова будут какие-то баталии. Просто так уровень не сдадут. Поэтому там шорты нужно будет частично, я думаю, фиксировать и мониторить уже непосредственно, как там будут себя вести байеры. Ну, как видите, сверхмощной дельты на шорт пока не зафиксировали, но попытки были. Поэтому вот этот диапазончик, где очень откровенно шортили, это даже возьмем вот коридор 56-55,5, на всякий случай возьмите на блокнотик. Здесь однозначно затарка была, и 52, 50, вернее 49,2 в качестве поддержки. Тут откровенно заходили. И тут еще чуть-чуть поднадавили. Значит, это был рубль. Теперь у нас еврик. Вот уже какое состояние ликвидности. 235 тонн на данный момент на новом контракте. Вот. И выделим поддержки 0,690, 0,0575. Так, и 0,865, 0,995, это массив на поддержку. Ну вот он буквально свеженький. Тут до загрузка на 11,20. И сам факт того, что перед экспирацией Евриус как-то так достаточно спокойно себя контролирует на максимуме контракта, возможно, байеры еще есть. Причем стоит выделить вот эти три сессии. Они хоть и волатильные, но достаточно активно вот сдерживали 11.20, 11.11, и вот это уровень поддержки контрольный. Я думаю, если в новом контракте будут как-то достаточно открыто поддерживать этот уровень, то атака на 1.14 нас не заставит долго ждать. Сколько уже? Раз, два, три, четыре раза. 1.13.60, 1.14 хотят преодолеть, и это вполне может случиться в новом контракте. Хотя обратная ситуация, как раз вот если в среду, в четверг еврик не в силах будет 1.14 преодолеть, то это будет подтверждением, что это все наиграно. Поэтому среда, четверг все расставит на свои места. Обожаю, когда вот на новом контракте в первые же 2-3 дня вот такие новости, отчеты выходят. Все, что понедельник, вторник будут грузить участники, в среду скинут, это как пить дать. Поэтому мониторьте, как заходит толпа, и прикидывайте примерно, где будут их стопики. Вот там обязательно, кажется, в среду вечером котировка. Вот как бы это печально не звучало, но закономерности, закономерности, этого никуда не деться. Сентябрь, забыл посмотреть, за сентябрь уже где у нас 1.1281. Ну, разница есть, но несущественная. Так, фунтик. Тут оборотик вырос сразу же. Видите, пока в
Все ждут официальной экспирации, уже самые хитрые заходят 56.50 и 57.50 уровень сопротивления на следующем контракте. И откровенно, достаточно открыто видно массивность на поддержку вот в коридоре 52-54. Вот свежий уровень буквально вот 53 даже. Возьмем как поддержка, самый свеженький, вот. То есть это проверочная массивность 52-53, если в новом контракте не дадут, не пустят ниже, может как раз вот вырисовываться где там вот такой вот линия поддержки, и вот фактически не должны пустить, тогда и в техническом анализе все станет на свои места. Но 56-50, 57-50, блокпост, который охраняют селлеры, и его нужно обязательно осилить. Возможно, не с первого раза, но там желательно увидеть подтверждение, что этот уровень байеры прошли спокойно. Также могут начать сыпаться с 55-20. Тут уже грузили на продажу 3 сессии, и вот 2 сессии там же и застыли. Ну, здесь такой прокол до 56 был, но посмотрим, как понедельник откроется. 51.20. Здесь тоже была интересная активность на поддержку. Как раз 51. И временной распад у этого уровня, конечно, дольше, но стоит мониторить. А ядро на фунте сформировали еще в самом начале. То есть 47.80, 49.40 это с самого начала такой вот пакет сформировали, скинули стопори, на пару сессий ниже сходили и стремительно на север. Поэтому контрольно, если новый контракт будет идти на снижение, посмотрим. Пробитие ядра — это, конечно, уже увесистые факты, аргументы, что покупать не стоит. То есть могут здесь поддержать еще раз, но вот пробитие вот этой локации — это уже все. Давайте еще индекс доллара. Тоже, видите, хитренькие уже две сессии себе торгуют. Причем сегодня 54 тонны, и это на индексе доллара. 96 цена на сентябре, на июне 94.89, почти 95. Значит, из таких регрессивных это 96. Девяносто семь пятьдесят девять уровень сопротивления, его уже протестировали, отметились, вот, и сколько уже, три сессии идут на снижение. Блокпост на контракте июньском — это вот как раз 93.60, 94.20. будет снова здесь поддержка, отлично. То есть ядро здесь сложно выделить, так прям тут их фактически двое, но более так я рекомендовал бы ориентироваться пока в начале относительно вот этой массивности, потому что она пока еще не сдала позиции, то есть тут как остановили снижение, пока еще удерживают. То есть пойдут ниже 93.50, тогда уже все. Эта массивность формировалась из нескольких периодов, и на продажу, и на покупку, поэтому тут пока воспринимаем этот уровень как сопротивление 96, 93, 97, 60.
И важно, очень важно будет, как торгуется лето по нефтяному рынку. И 64, 67 коридор, вот как заняли в новом контракте. У них немножко другая календарная экспирация, поэтому тут другие даты, и активность пошла уже вот в конце мая. Значит, 65, 60, ну можно сказать 7, ну 66,5 так точно. Это максимально вот интересный для нефтетрейдеров уровень, особенно последнюю неделю вот эту. Здесь обильненько проработали коридор. Пугает тот факт, что уже 2 или 3 недели не пускает выше 66,5, 67. И то есть потенциально есть шансы, что может все-таки сходить там ниже 60 нефтянка. Это, конечно, для трейдеров на РТС, для рубля не сильно хорошо. В смысле обрыв? Тест-драйв. Раз, два, три. Это склейка контрактов. И обратим внимание на 63-ю и 61,5. Вот тут раз себя проявили байеры, и 2 раза уже после этого массива этот уровень поддерживает. Поэтому свои прогнозы, сценарии на развитие бренд, если уйдет ниже 61,5, то уже это уже край. То есть понятное дело, что байеры не удержали котировку, и нефтянка будет какое-то время, может даже на продажу идти. Но сам 65-66 диапазон уже неоднократно заливает здесь объемами, и раз, два, три, четыре, практически 4-5 сессий уверенно шли на рост. Но рост сопровождался на слабой ликвидности. Как видите, там неделя прям выделяется из всего все гистограммы. Видите, уровень, который был на затарку, на покупку. Кто-то свободный кэш, наверное. Я бы тоже сделал, если бы было несколько ярдов лишних. Затарить там по 30, по $40 за баррель. И вот сейчас скинуть, это было бы очень круто. Здесь обязательно выделить важный уровень на поддержку. Это 54-56. Здесь открыто вот и шла хорошая ликвидность, и создавали надежный уровень спроса. В общем, по бренду вот такая картинка. Сейчас еще захватим Light. Здесь начался контракт 18.05 по ликвидности. И обратите внимание, манипулятивность. Раз, два, смена, три смена, 4, 5, 6. 6 раз меняют направление тренда. То есть боковик жесткий, очень жесткий. И ядро 60, даже не 60, 59, 50 по 61. Это ядро текущего контракта по Light. Поддержка здесь видна невооруженным взглядом. 3 раза 58 не пускали ниже, поддерживали. 57,5 это вот коридор на поддержку. Удержит выше поддержки и выше ядра. Продавать только на 63. Вот здесь вот
У нас два раза сдерживали котировочку 62,5. Склейку сейчас включим. То есть 61,5, 62,5 как коридор на сопротивление. Как только уйдут выше 62,5, 63 и там, ну, будут чувствовать себя комфортно по нефтянке, это будет звоночек, что мы наблюдаем продолжение роста на нефтересурсы. Здесь тоже очень увесисто сохраняли тенденцию пол периода, ну, 1,5 месяца. Вот здесь немножко тут вот приостановились, 56-я. А так, в принципе, неплохо. Боковичок, посмотрим, что будет. Я думаю, в среду, в четверг, там даже в конце среды будет понятно, о чем они хотели нам сказать. Что вот начиная с 20 апреля, как ушли в боковик. Единственное, что чуть-чуть на доллар цену там на 2 поднимают, и снова боковик. 6 раз уже сменили направление рынка в новом контракте, а это сбор толпы, выброс лишних игроков из рынка перед сильным движением. Такое вот начинается как раз затишье перед бурей. Ну и золотишко. Здесь тоже свои даты экспирации не такие, как у всех индексов, ой, фьючерсов. И контракт достаточно такой, ну, и боковик, и волатильность, и постоянная смена направления. Манипуляции очень такие частые. Я уже говорил примерно свой взгляд на позиционные вариации насчет золота. То есть должны, ну, по крайней мере, если бы я печатал доллары, то загнал бы золото, там, не знаю, до 800 перед уходом Обамы, и на все эти мыльные напечатанные доллары затарился по дешевке бы золотом еще сверху. Вот. В довесок еще хороший такой информационный фильм смотрел, мне сбросили, ну как он, документальный. На самом деле сейчас такие крупные финансисты, они покупают именно землю просто тысячами гектаров, чуть ли не целыми странами. Все лезут, да, там пытаются разобраться в сложных финансовых деривативах, инструментах, опционах, хедж, арбитраж, а по сути вот просто большими площадями скупается земля во всем мире, причем там, где есть хороший, как это называется, грунт, вот, для создания крупных таких промышленных ферм. Население планеты растет, и оно будет расти, так как потихоньку, но развивается фармацевтика, и этот спрос нужно удовлетворить, особенно в такие страны, как Китай, Индия, там даже Япония, у них практически нет своих земель там толком. Так что, если есть по дешевке земли кучу, накупайте, точно без денег не останетесь. Хорошие инвестиции. Что за фильм, честно название не помню, но я попросил, чтобы его разместили на YouTube канале. Но там мне объяснили, что фильм не в открытом пользовании и
прошлый раз мы тоже разместили полезный фильм достаточно, где рассказывается очень берется интервью у всех там банкиров, сотрудников рейтинговых агентств, почему вот за 2 месяца до краха 2008 года вы ставили там рейтинг банку, который обанкротился через 2 месяца, уровень 2А, 3А. Ну и там очень много интересных вещей про то, как ну, действительно есть монополисты в этом направлении. Этот фильм заблокировали, и там чуть ли не ругался YouTube. Вот. В общем, на его выложили тот фильм на в социальной сети ВКонтакте, там авторское право не особо соблюдается, поэтому там можно его на странице Wolfix найти и посмотреть. Я думаю, там же его и разместят, вот этот про скупку земли массово. Там я смотрел, вот есть такие закрытые аукционы, съезжаются очень богатейшие люди со всей планеты. И идет аукцион там. Вот как. Не знаю, может скоро начнут людей как рабов скупать, потому что если уже землю начали закупать, то куда уже дальше? Так, ну я уже сказал, по золоту такой вот у меня взгляд. Либо они уже им затарились по этим ценам, либо все-таки они качнут золотишко и куда-нибудь очень быстро сходят там ниже 1000, да. Ну, будем смотреть там, насколько они это качнут, но перед уходом Обамы с престола все начнут размещать позиции. Я просто помню, в 2008 все падает, а золото растет. То есть, ну, из этих всех финансовых инструментов кэш выводили по максимуму и вкидывали во что-то более-менее настоящее. Точно так же будет и, я думаю, когда Обама будет уходить, весь аппарат просто начнет скидывать позиции по стакам. И даже раньше, чем он уйдет, я думаю, за полгода начнут уже скидывать. Просто так, аккуратненько, без ажиотажика. И перестрахуются все на всякий случай, ну, скинут позиции. Непонятно, кто станет на престол. Там. И там уже будут думать, дальше размещать или нет. То есть, ну, это вот позиционное, очень можно хорошо прокатиться и за счет этого всего обогатиться. И перед тем, как аппарат будет ходить, загонят золото, я думаю, почему бы и нет, по дешевке. Там его хорошенько затарят и скупят по дешевке как раз на заработанные вот эти на акциях кэш. То есть фактически отмоют мыльные пузыри эти, вкинут золото. Вот так вот. Значит, кому интересно, кому нужно подтянуть свою торговлю, в конце июня, в начале июля начнется профкурс, подготовка трейдеров, стажировка. В среду будет открытый вебинар вступительный. С хорошей темой буду я его вести там или в 19:00, или в 20:00. Приходите. Запись этого обзора будет на канале YouTube, когда-нибудь там выложат или на выходных, или в понедельник. Вам хороших выходных. Осторожно на следующей неделе. Будет необычная неделька, и ну, халявщики могут пострадать, поэтому там волатильность будет интересная. Ну, в общем, всего хорошего, еще раз с праздником, попутного тренда. До свидания, пока.